Сотрудничество Государственной Думы Российской Федерации и Верховной Рады Украины будет возобновлено, но после смены состава украинского законодательного органа. Об этом заявил председатель Нижней Палаты Российского Парламента Сергей Нарышкин. Сотрудничество с Верховной Радой Украины в обязательном порядке будет возобновлено, но не думаю, что это может произойти в нынешнем ее составе. Эта Рада избиралась под грохот барабанов, под улюлюканье и массовое подпрыгивание, под радикальную националистическую риторику, отметил Нарышкин. Он также выразил уверенность, что сейчас в Раде адекватно представлены далеко не все политические силы, которые имеются в Украине. Но с рядом депутатов Верховной Рады мы и сейчас поддерживаем контакты, и их будет больше. Я уверен в том, что рано или поздно, но с иным составом Верховной Рады мы будем взаимодействовать, будем работать, сотрудничать, будем вести межпарламентский диалог, достойный двух больших европейских государств, достойный двух братских народов России и Украины, подытожил Нарышкин.